Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Я продолжаю рассказывать и показывать про отели и гестхаусы на острове Тоду. И вашему вниманию очередной гестхаус называется Kingsway Todu. По нашему мнению, один из самых богатых, отделанных и шикарных отелей, которые есть на Тоду. Сдан в эксплуатацию летом 2021 года. Он далеко расположен от мечети, далеко расположен от генераторной, но и, к сожалению, далеко расположен от пляжа. Примерно 1200 метров до пляжа Бикини-Бич. Гестхаус предоставляет своим проживающим постояльцам велосипеды, но в отзывах пишут, что очень много велосипедов поломанных. With videos. Много проблем. У нас есть свобода, много права. Прямо сейчас у нас нет. Вот звездочка. Right now or night. Я могу показать вам эти ночи, я украсить в нашей комнате. Вы там общаться прямо в овощей радио. Ну да, это такая. Night. Big room, family room. Mm-hmm. Big one. Family, four people. See the small room for a couple, two people. На Мальдивах мы побывали на островах Маафуши, Тоду, Уклос, Разду, Мативели, Фериду, Маалос и остров Фулхаду в атолле Баа. А также на нашем канале вы можете увидеть Малайзию, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланку, Сингапур. Впереди планируем посетить Бали, Сейшелы, Французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!